Резолюция Европейского парламента по так называемому геноциду армян стала очередным серьезным внешнеполитическим провалом европейской дипломатии. И это, по мнению азербайджанского парламентария Самеда Сеидова, не первый такой случай. На протяжении всех последних лет европейские дипломаты неоднократно попадали в столь нелицеприятные ситуации. К примеру, фактическое уничтожение государства Ливия. Основа этому процессу была заложена позицией европейских политиков и тех, кто поддерживал их из-за океана. Немалая роль европейской политики, Европарламента в трагедии, которая сегодня имеет место в Сирии. А уж о ситуации в Украине и говорить излишне. Европейские политики, представившие программу «Восточное партнерство» в ее первоначальном виде, несут персональную ответственность за трагическую ситуацию в Украине. Так что резолюция по так называемому геноциду армян стала не более чем очередным провальным пунктом в целой серии аналогичных неудач Европарламента и европейской политики. Это понимание своего провала и попытка посредством дипломатического языка вытащить Европейский парламент, а заодно и Армению из этого провала европейской политики. Ведь, по сути, ну уж говоря таким жаргонным языком, извините за выражение, Армения кинула тот же самый Евросоюз и Европейский парламент, заявляя о приверженности европейским ценностям, а убежав совершенно в другую сторону. Причем экономическая ситуация в Армении катастрофическая. Оказать ей помощь с точки зрения Евросоюза тоже нелогично. Она заявила о том, что она в другой команде, Армения имеется в виду. Так что же надо сделать, спасая своего любимого ребенка? Необходимо чужими руками, необходимо руками соседей вывести страну, которая всегда была инструментом влияния в регионе, на совершенно другой уровень. Парламентарий считает, что если бы Европарламент реально хотел бы способствовать решению проблемы, нормализовать ситуацию во всем регионе, то ему следовало бы внести ряд изменений в текст резолюции. Тогда документ принял бы совсем другой облик, отношение к нему изменилось бы кардинально. Европейскому парламенту надо было бы пунктом 9, после 8 пункта этой резолюции, ввести слова для нормализации отношений Турции и Армении, открытие границ, и если уж так много они говорят о экономическом сотрудничестве, и развитие экономического сотрудничества между Турцией и Арменией, а я бы включил еще слово и Азербайджаном, необходимо безотлагательное, без предварительных условий, деоккупация оккупированных азербайджанских земель со стороны Армении. Но, к сожалению, в резолюции Европарламента нет даже намека на армяно-азербайджанский конфликт. То есть люди, прекрасно знающие причину закрытия армяно-турецкой границы и еще лучше знающие, как можно добиться ее открытия, решили просто не говорить об оккупации азербайджанских земель. Более того, авторы резолюции о так называемом геноциде армян говорят о важности расследования и наказания преступных деяний, так как это не даст в будущем повторить подобные преступления. Но что им помешало в этом случае затронуть геноцид Ходжалы, совершенный Арменией? Совсем недавно, с исторической точки зрения, произошли трагические события в Ходжалы, оккупация азербайджанских территорий. Чего же вы не наказываете-то их? Что же вы Армении?